have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. У нас очередное утро, наполненное очередной болью. Давайте еще попробуем с нашими коллегами побеседовать. Ты из полиции, да, клевая тоже? У тебя синяя, да-да-да? Нет, не надо. Наши коллеги... Да, нам нужно пойти наверх и поболтать с девушкой, которая типа пострадавшая, но я до этого хочу успеть сделать еще несколько вещей. Как минимум, еще один поинт заработать. Для того, чтобы у нас была подстраховка, куда-то его вкинуть, нам нужно очень много еще. Нам нужно к пролетарке сходить, нам нужно поговорить насчет брони, нам нужно сходить к Куну, нам нужно очень много чего. Я, кстати, заметил... О! Ребят, а вы кто? И что вы здесь делаете? Санный... Жесткая мотокарета, говорит юнец в куртке с надписью «Саны» через всю спину. Ха, ясно. Нафиг мир. Будь я реальным черепом, я бы ее подрезал, разрисовал бы пальмами и днище подсветил неоном, отвечает его товарищ на спине, у которого он простой, но элегантный лозунг. Нафиг мир. Хм, да, вижу. Такой черепомобиль стал бы офигительным трофеем. Затюнить его по самое не алё. Бошки такие, типа сушеные на боковых зеркалюхах повесить. Мусорские бошки, туземная такая тема, все аж усрутся. А, туземная тема, соглашается он. Мусорская тачка, прикинь, что это значит для черепов. Я вмешивается лейтенант. Я оценю интерес к моей жесткой мотокарете, но вы уже нас, но вынужден вас прервать. РГМ серьезно относится к угрозам, направленным в адрес ее собственности. Я все теоретические выкладки коп, без привязки к реальности. Он поворачивается к товарищу. Чувак, будь мы реальными черепами. Черепа, сильное название для организации. Кто вы такие? Не, могу тебе сказать, кем мы не являемся, коп. Мы не стукачи, не... и не черепа. При этом мы не хотим сказать, что черепа твари или совсем наоборот. Из этого тебе стоит уяснить одно, полицейские. Мы не состоим в банде черепов, но это пока. Что же, очень хорошо, займемся обменом мнениями. Похоже, этим молодым людям не имется поделиться своими идеалами. Кто такие черепа? А ты не знаешь? Тогда что ты за коп? Осторожно, это не вопрос. Знаю, конечно, хотел вас спросить. Черепа — это самая жесткая банда из Les Immortals. Его голос звенит от возбуждения. Les Immortals, бессмертные. Это криминальные синдикаты западного Ривашоля. Просто адские психи угоняют мотокареты и устраивают погони на полной скорости. Всегда на стиле, посылают всех нафиг, является своим... и славится своим невербальным modus operandi. Промолчать. Обычно они проводят время в... выгоревшем квартале в Джемроке или катаются по улицам в своих разукрашенных экипажах с подсвеченными днищами. Поскорее бы попасть, черепа, подсветка днища — это нереально жестко. Как бы... Вы что-нибудь знаете про убийство? Убийство? На заднем дворе танца трепье повесили человека. Да, конечно, мы с радостью расскажем тебе все, что об этом знаем. Он откашливается. Это был человек. И еще его повесили. Я закон. Что-нибудь еще? Он висел на дереве. А, ну так че же? Идемте отсюда, эти болваны ничего не знают. Погодите-ка, а что значит кто-то что-то знает? А что значит, что кто-то что-то знает? А, это начало...
Что, блин? Это началась эпистемология. Область настолько сосредоточенная на знаниях, что она начинает сомневаться в знании как таковом. Однако этим молодым людям, конечно же, негде было познакомиться с этой дисциплиной. Я знаю, что вы ничего не знаете. Вот именно, как кто-то может хоть что-то знать. Например, как ты можешь быть уверен, что за отелем действительно висит тело? Что если это арт-объект или просто фантом? Концептуализация мне потихонечку очки опыта приносит. Это мне пока нравится. Может быть, это правда и повешенный лишь реквизит для перформанса моего зрителя, а художник скрывается где-то в темноте. Это вполне возможно, это было бы гениальное произведение искусства. Нет, мертвый человек, и нам нужны ответы, чувак. Так, что, по-твоему, мы знаем? Знаете Синди Череп? Глаза юноши подергиваются по волокой. Да, Синди, реальный череп, говорит он, исполнен тоски и желанием голоса. Да, с энтузиазмом подтверждает головой второй юнец. Настоящая художница будущего, уровень Арно Ван Эйка. Кстати, если увидишь Синди, передавай привет, добавляет он, вернувшись из мира своих фантазий. Несмотря на весь свой показной нигилизм, эти молодые люди полны юношеского идеализма. Да. Лейтенант, стоящий слева от тебя, к ним необычно снисходителен. Это правда. Это правда. А почему бы? Я вижу, вы увлекаетесь анодной танцевальной музыкой, детишки. Почему в Мартинезе больше нет черепов? Так, танцевальной музыкой увлекаетесь? Да вообще, восклицает он, а потом останавливается, полностью осознавая вопрос. Эй, дядя, какие мы тебе детишки нафиг? Берегись, бездны, зловеще добавляет его светловолосый друг и показывает на свой висок. А что? Это угроза, отвечает за двух бунтарей лейтенант. Беспомощная угроза насилия. Угроза? Хорошо, это я люблю. Не имейте мне мозг, детишки, я из плохих полицейских, я просто хотел поговорить о музыке, а вдруг начался конфликт, это уже слишком. Угроза? Хорошо, я это люблю. Зато я не люблю перебивать ее, лейтенант. На самом деле не люблю настолько, что у меня аж руки чешутся бросить этих двух юнцов за решетку, просто чтобы нервы успокоить. Слушай, не надо, а? Он поднимает раскрытые ладоши. Мы просто говорим всякое, шутим. Не горячись, мужик. Ким тут вообще прям так ведет себя, огонь. Да, у вас же наверняка есть вопросы про черепов и всякое такое дерьмо. Хорошо, почему их нет в Мартинезе? Профсоюз занимается охранным порядком в Мартинезе. С бандами, по крайней мере, он способен разобраться. Отвечает за него лейтенант. Поэтому организованная преступность здесь немного. Здесь организованная банда этих портовских уродов. Тут они всех вытеснили. Ты не волнуйся, мы это дело поправим. Точняк, молодые люди обмениваются одобрительными кивками. Так вы из черепов или нет? Ну, официально мы в банде не состоим, пока, по крайней мере. Но когда мы сделаем себе имя, тогда сможем к ним присоединиться. Чего решили, что они вас возьмут? С того, что мы такие же жесткие психи, ты сам увидишь. Но совершенно не угрожающие и полностью легальные им смысле. Быстро добавляет второй и что-то шепчет своему другу. Мы потом расфигарим систему изнутри, а сейчас держимся спокойно. Так мы в 10 раз больше вреда нанесем. Я тебя услышал. Верно, нафиг, соглашается светловолосый и вызывающе сплевывает на тротуар. Ну что теперь? Хватит о черепах. Он бросает осклевый взгляд на Кинему. Что у вас за куртки? А что куртки? Повернуться к светловолосому. Почему на тебе написано... Ну-ка. Ну, прежде всего, это манифест. Не факт, что они описывают меня как личность, хотя манифест и характерный. Ну и поссать люблю. Это гениально. Слова Санны подчеркивают, что всем приходится бороться за место в этом мире. И важнее в нем казаться, а не быть. И, наверное, еще они напоминают о духе общности, о будущем, в котором мы на самом деле будем ценить наши различия. И ты должен признать, они привлекают внимание, поскольку великий кукловод медленно, но верно ведет экономику к тому, что она будет целиком основана на внимании, крайне важно, чтобы сам носитель передавал сообщение. Логично.
Что я хочу этим сказать? Мы все ссаные. И мир по всей, по своей природе бессмысленный. Похоже, что этот молодой человек эксперт по меньшей мере в одной области, пусть и весьма узкой. Хорошо, вторая куртка. Как я уже говорил, многие мужчины все еще ищут свою единственную, так называемую истинную любовь, которая на деле лишь одержимость, прикрывающаяся симпатией. Азарт погони и пустота в сердце, когда ты добился того, зачем бежал. Породила ли эту поэтику куртка или источник ее совершенно иной? Блин, от драмы такие подставы, это фиг прочитаешь. Чтобы поймать рыбу, нужно много раз закидывать удочку, и даже так нет гарантии, что добыча клюнет. А вот если взорвать озеро, это кошмарная метафора, то получится больше рыбы, а времени потратишь меньше. Время — это самая большая ценность, и оно мимолетно, следовательно, нужно искать способ насадить нафиг сразу весь мир, а не погрязшую в отдельно его представителей. Я не скажу, что он полностью не прав, потому что когда человек имеет все, он имеет ничего. Для этого есть, и для меня это великая честь и слава, надеть свою пустоту. Да, да, очень концептуальненько. Риторика. Не хочется этого признавать, но в каком-то определенном извращенном смысле он прав. Это то, что я и говорю. Я не могу сказать, что он полностью не прав. В его словах есть какая-то долька такая истины. Чуть-чуть где-то, наверное. Да. Так, эквилибристика. У нас тут две крутейшие куртки и два крутейших копа совпадения. Слушай, Ким, понизить голос. Да. Что скажешь про куртки? Кожаные куртки, расписанные ребяческими ругательствами. Идеология, которую они в себе несут, помогает этим подросткам оправдывать свои сомнительные решения в жизни и в гардеробе. Лейтенант пожимает плечами. Я не в восторге. Почему ты всегда такой зануда, когда нам встречаются удивительные возможности? Ага, куртки тебя пугают. Это ничего. Лейтенант непонимающе смотрит на тебя. К чему вы клоните? Какой бы ты носил? Я не вполне уверен, что понимаю вас, детектив. Что тебе больше подходит? Саны, или... Ни то, ни другое. Ну ладно, Тиким, это же просто мысленный эксперимент. Что из... Хорошо, только чтобы закончить этот разговор, теоретически, если бы я был несовершеннолетним правонарушителем, если бы уже пошел по этому пути, думаю, саны более сильные из двух заявлений. Замечательно, потому что мне как раз больше нравится вот это. Справедливо соглашается лейтенант, особенно учитывая ваши героические попытки его покинуть. Этот самый мир, ну да. Вот что... Вы же не хотите сказать, что два? Одно. Хорошо. Это то, что я и хотел. Вот тебе и история установления динамического дуэта. Спасибо, концептуализация. Сумрак. 28. Ну так что, мы тут закончили или как? Спрашивает один из владельцев курток. Нам же не обязательно тут стоять, пока вы шепчетесь, правда? Продемонстрировать власть, а не просто второсортная подделка под черепов. Сумрак. А знаете что? Я попробую. Доверьтесь своему телу, запугивайте людей. Жаль. Ха! Сработало с первого раза. Нет, не проси их ни о чем. Действуй тонко. Постарайся не напугать. Эти мальчишки мечтают стать черепами. Воспользуйся этим.
Вот что я скажу, с такими куртками вы оглянуться не успеете, как станете королями черепов. Погоди. Погоди, как это получилось? Сумрак, предположи, что путь к черепам им открыт. Я что скажу, с такими куртками вы оглянуться не успеете, как станете королями. Но я бы не так сказал, ну ладно. Не-не-не, ничего подобного, он спешно озирается по сторонам. Погодите, это была ирония. Все, теперь все стало на свои места. У черепов нет королей, он делает паузу, потом добавляет, вроде бы, к тому же мы даже еще и не в банде. Да, мужик, не стоит об этом вот так карать. Черепа не любят, когда кто-то самовольно себя к ним причисляет. Ну и так еще салаги. Понял, салага? Ладно, салаги? Вероятно, это ступень в иерархии самая нижняя. Повысить голос. Если даже не салаги, а уже метите... Еще даже не салаги, а уже метите в короли? Ого. В честолюбии вам не откажешь, парни. Звучит голос лейтенанта... Звучный голос лейтенанта разносится по всей площади. Вы только салаги уже замыслили сместить власть черепов? Далеко пойдете. Он сечет фишку. Пассивно-агрессивная лесть. Заткнись, твою за ногу, шипит мне сквозь стиснутые зубы. В его глазах паника. Хочешь, чтобы нас убили? Теперь переходи к курткам и да, начинай орать. Да, мы тоже хотим быть крутыми черепами-убийцами, как вы, парни, но у нас нет курток черепов! Пожалуйста, тише! Он панически... от панического бунта к этому моменту почти ничего не осталось. Юноша... от нигилического бунта, пардонте. К этому моменту почти ничего не осталось. Юноша перед тобой с ума сходит от ужаса. Что тебе нужно, куртки? Король черепов, засуши наши головы! Ты вот так вот предлагаешь нам ваши куртки? Отказываться было бы невежливо. Ох, мужик. Его плечи опускаются под грузом печали. Ладно, говорит он, наконец, я понимаю, черепа все равно не носят слоганы, это тупо. Блин, горько вздыхает. Я еще и экспы срубил на этом. Нормально. Раз ты говорил, что Санны тебе больше по душе, я возьму другую. Я помню, ты говорил больше по душе, но я думаю, что я хочу оставить. Да, я возьму другую, пожалуйста, повернуться. Мне ни одна из них не нужна. Спасибо. Почему нет? Они же парные. Мы могли бы здорово отжечь или глубоко уйти в подполье. В этом деле нам не понадобится ни уходить в подполье, ни отжигать. По-моему, эти куртки нам вообще не нужны. Я просто хотел, чтобы у них этих курток не было. Хладнокровный коп. Хорошо, но все равно хорошо, что у нас есть пара. На всякий случай. Не будет такого случая. Жалко, эти куртки должны друг друга дополнять. Когда человек один стоит на улице в куртке с надписью «Саны» на спине, то это просто никто. А когда некто, у кого проснулась страсть к мочеиспусканию, на «Нафиг мир» сам по себе довольно банальный слоган. Темноволосый парень стоит совершенно раздавленный, дует ветер. Я не знаю, Эрик, наконец говорит своему другу. На улице холодно. Да, отвечает светловолосый. Пойдем отсюда, копы нас облапошили. Я чертовски доволен сейчас. Просто чувствую себя королем мира. Так, полицейская волна и визуальный анализ. Визуальный анализ мне нравится. Ты у нас даешь драму и авторитет. Тут у нас сумрак и минус риторика. Минус авторитет. Один драмы и один сумрака. Одевать я их не буду, но... Офигенно, что они у нас есть. Я доволен сейчас просто как слон. Пойдем позвоним насчет номера. Возможно, еще что-то узнаем.
Кстати, маленькая интересная деталь. Когда мы ночью бегали тут сами, по-моему, машины на улице не было. Меня это немножко удивило. Хотя Ким спал в номере, насколько я понимаю. Рация. А владельцы бронированных ботинок? Простите, но из архива со мной пока не выходили на связь. Попробуйте перезвонить позже. Я могу чем-то помочь? Ты же сказала завтра! Блин. Сильвий с публичной библиотекой Джемрака. О! Боюсь, они... Они со скольки? С 10 утра, я понял. Надо будет вернуться в рабочее время. Да, пока все. Пока все. Давайте мы теперь, наверное, к пролетарке сходим. Если она здесь. Черт, я теперь не знаю, где ее найти. Может, мы, кстати, сейчас с владелицей магазина поговорим по поводу... По поводу чего? По поводу радиостанции у нее в этом... Ну-ка. Вы сломали заднюю дверь. Вид у нее печальный, даже смиренный. Обереги, дверь. Ничего не осталось. Темная психоэнергия теперь обоснуется в моем магазине. Крайние меры порой необходимы. Полагаю... Это конец? Она сутулилась, будто на плечи легла тяжелая ноша. Видимо, выхода нет. Почему? Это ж просто дверь. Просто дверь! Это место проклято, детектив! Его не просто так прозвали проклятой торговой зоной. Достаточно вздуматься, сколько компаний разорилось в этом здании. Надеюсь, теперь вы довольны, что все разрушили. Теперь дверь сломана. Проклятие доберется и до меня. Она закрывает глаза и начинает бормотать что-то под... Что-то над кулоном. О, всемогущий покровитель, молится она, убереги меня и мое добропорядочное предприятие от проклятия, что таится за дверью, да будут благословены имя твое. Проклятие? Но я считал, что проклятие не существует. Ну, существует. Ну, естественно, вы всего лишь полицейский, она расстроена, пожимает плечами. Ладно, знаете что, я готова разрешить вам осмотр проклятой торговой зоны, раз мы спустились на этот путь, мало что остается. Теперь она сбросила маску и под испугом проступило любопытство. Ну, знаете, но сначала скажите, вам удалось повстречать зловредную сущность? Ее глаза сужаются, когда она шепчет это имя. Подыграть ей, что ли, чтобы она испугалась? Сущность? Нет, вряд ли. Да, зловредная сущность, которая обитает в дымоходе. Она принимает женский облик. Вероятно, это ведьма. С тех пор, как впервые увидел ее, я подозреваю, что, что ей известно о проклятии больше, чем кажется. Из дымохода доносились голоса. Как можно жить в дымоходе? Конечно, канал «Соединяющие небеса» и «Преисподнюю». Теперь все сходится. Вот это. Да, говорят, он огромен. Сущность заперлась наверху каким-то металлическим экраном. Бог знает, чем занимается. Следуйте проклятую торговлю. Предлагаю... полагаю, какой-нибудь жуткой магии содрогается она. Вы должны отыскать эту сущность и спросить, что произошло со всеми предприятиями в этом здании. И прошу, возвращайтесь потом ко мне. Мне не терпится узнать, что же она скажет насчет проклятия. Если вам и правда так хочется разглядеть тайну, надо вернуться к котлу. Может, покричите у него, пошумите как-нибудь. Вы же всегда что-нибудь придумываете. Что по проклятию? Хорошо, только прошу побыстрее. Она косится на занавеске. Духов лучше лишний раз не тревожить. В чем проявляется проклятие? Женщина окидывает взглядом свой тусклый освещенный магазин. Ее сотрясает дрожь. Это проклятие. Зловреднее всего, что может представить. Эта зараза точит самое основание. Она понижает голос до шепота. Это проклятие финансового кризиса. Краха и банкротства. Она снова косится на занавеске. Так, я слегка запутался. Что это значит? Ага, Аннет говорила, у предыдущих арендаторов возникли проблемы с финансами. И все, я думал, речь о чем-то более паранормальном, паранатуральном.
Ну, офицер, что вы, естественно, в этом... что же естественного в том, что целые предприятия одно за другим объявляют о банкротстве? Речь о злых демонах, что питаются недобросовестным ведением дел и неудовлетворительными отчетами о доходах. С этим зданием что-то не так, точно говорю. С тех пор, как здесь обосновалось, меня следует жуткое чувство, будто я здесь лишняя. Вы обращались за помощью? Да, не раз обращалась к парапсихологам и даже пару раз к медиумам семенинцам. Обереги сами... обереги мне достались от них. Она кивает, кивком указывает на необычную безделушку в виде клетки, висящую на занавесках. Обереги сдерживают потусторонние силы и защищают нас от той тьмы, что таится в глубинах здания. Вот только, боюсь, этого уже недостаточно. Ваш кулон тоже оберег? Этот... охранная сердцевина кулона в ее руке переливается на свету. Нет, это особый гемейский амулет. Шамана пустынного племени пигмеев наложил на него заклинание привлечения, чтобы привлечь покупателей в книжный. В магазине работает множество заклинаний. На книги, к примеру, наложено еще одно стимулирующее заклинание. Косится она гарантированно повышает продажи на 15%. Шаманы пустынных пигмеев. Сомнительное описание группы людей. Что-то заклинание работает. Вот тут единственный посетитель. Этот кулон какой-то надувательство. Ваши дела могли идти гораздо лучше. Она поправляет очки. Я прекрасно разбираюсь в продажах и в эзотерических практиках. Я знаю, что делать и чего избегать. Вы не думали устроить распродажу? Я просто хочу помочь. Вы могли бы поприветливее спросить, или может вам стоит посмотреть. Давайте вот распродажу. Сбросить цену на мои товары? Смотрю, вы не очень высоко цените книги. Да к тому же, это все равно, что искушать призраков. Они, знаете ли, чуют отчаяние. А обереги на этой двери тоже семенинские? Да, семенинцы изготавливают очень мощные и хитроумные обереги. Здесь только такие бы и помогли. Почему сразу не сказать, что дело в проклятии? Проклятие не лучшая тема для разговора, не к добру это. Негативное восприятие, содрогается она. Это опасно. Духи бездны гневаются, когда их обсуждают. До свидания. Исследуйте проклятую торговую зону, найдите зловещую сущность. Мне больше интересно, я же там холодильники выключал. Мне интересно посмотреть сейчас. О, никто в здравом уме не засунул бы свою голову такую... Что? Ладно, мне нужен фонарик, вроде как, предметы. Инструменты. Мы же там подключали холодильники. Мне интересно, что будет. Мы не могли открыть холодильник, потому что он примерз. Я его отключил. И теперь... Кстати, я вот эту штангу смотрел. Грубая сила. У меня голова болит. Эх, ладно. Я боюсь, со мной что-то случится, если я попробую поднять эту штангу. Она упадет на меня или еще чего. Так, тут мы вроде как... А что если я сейчас с этим компьютером буду взаимодействовать? У меня же... А, у меня нет пароля от этой точки. Или он есть? Ну-ка, давайте попробуем. Извлечь производственный график. Воспроизвести еще раз. Ничего не происходит. Вставить. Воспроизвести. Оживает. Да. Попробуем пароль для производительного... Сказать за жизнью смерть. Вот. Хорошо, я разблокировала... Да, это здесь сработало тоже. Отлично. Нажмите печать. Суперски. Серьезно? Она просто использовала тот же пароль. Лейтенант выглядит практически разочарованно. Может, радиокомпьютерщики вовсе не зря опасались, бормочет он. Так, Fortress Accident. Я могу вам чем-то еще помочь? У меня пока все. Так, распечатать.
С тихой решимостью принтер начинает печатать, бумага разворачивается, словно веер. Поверхность листа крест-накрест исчерчена черными буквами. Прочитать. Это отчет по проекту, составленный ведущим продюсером Эндрю Шоттом. В отчете идет речь о покинутом мире Вирала, радиоигре, разработанной студией Fortress Accident. О, это же та игра! Точно! Мы же Вельфом тогда могли стать, или стали, или всякое такое. На первых нескольких страницах говорится о капитале и штате сотрудников, а на остальных представлен производственный график. Да. Почитаю про капитал, хочу знать о деньгах. За свое недолгое существование компания SKA Fortress Accident умудрилась спустить на ветер безумную сумму денег. На первом этапе пассивного финансирования было получено 150 тысяч реалов, однако потом начались задержки. В итоге ущерб составил 400 тысяч реалов, когда игра была готова только наполовину. Огромная сумма. 400 тысяч реалов. Ё-моё, все эти ребята знают толк в развлечениях. Боже, откуда такие деньги? Можно сказать, для их игауньянского инвестора это было настоящим приключением. Про штат сотрудников. Fortress Accident работало 18 человек. Большая часть команды состояла из писателей и концепт-художников. Еще были радиопрограммисты, инженеры по звуку, директор, два эксперта по маркетингу и единственный перегруженный работой продюсер, который пристрастился спускаться в подвал и закидываться пиролидоном, чтобы увильнуть от исполнения своих обязанностей. С другой стороны, это его обязанности действительно продолжали накапливаться с такой нечеловеческой скоростью, что помочь мог уже только пиролидон. Зачем в Fortress Accident так много концепт-художников? Центральный процесс. Они не были нужны. То есть столько художников не нужно было? Нет, определенно нет. Хотя еще парочка продюсеров пригодилась бы, особенно для взаимодействия с писателями, которые некоторые из которых регулярно пропускали работу из-за проблем с душевным здоровьем и чрезвычайно непрофессионального режима сна. Ха. Один из них умудрился даже украсть кое-какую ценную собственность компании, прежде чем навсегда уехать из города. Ознакомиться с производственным графиком, чем бы он ни был. Ну-ка, этот производственный график отражает блистательный путь компании к банкротству. Это из-за концепт художников? Нет, не из-за концепт художников. И даже не из-за писателей с их паническими атаками и трехчасовыми обедами. Провал был неизбежен. Это был слишком крупный проект, и никакие суммы не могли удовлетворить постоянно растущие амбиции команды разработчиков. Они пытались сделать игру за 4 миллиона, имея на счету только 400 тысяч. Они думали, что могут преодолеть этот барьер на чистой силе воли и воображении. Не смогли. Ага, то есть они пали жертвой собственных амбиций. Нет, даже при том, что вероятность успеха постоянно снижалась, несмотря на что она никогда не становилась нулевой. Так продолжалось, пока они не открыли долину голов. Долину чего? На 11 часу главный разработчик, уроженец Земска, Сулислав Завиша, решил, что покинутому миру Вирала определенно не хватает таинственных секретного уголка на самом краю карты. Это место должно было стать долиной голов, местом, где находились головы всех безголовых конструктов. Игрок мог бы выбрать голову для безголового персонажа своего отряда, причем уже каждая голова озвучивалась профессиональным актером в прямом эфире. Офигеть! И сколько же голов там было? Очень много. На момент последнего подсчета было около 10 тысяч голов и 10 тысяч безголовых людей с бесконечным количеством комбинаций. Сколько там комбинаций? Вы действительно хотите знать? Кажется, здесь есть расчет, но это может занять некоторое время. Хочу. Хочу, черт с ним. Я знал, что я пожалею. Хорошо, да.
А. Угу. Угу. Продолжай. Раз уж я начал это делать, такого фига. Продолжить, продолжить. Лейтенант нетерпеливо стучит ногой. Его руки плотно сложены на груди. Он умирает от желания покурить. Если подумать, то и ты тоже. Нет, я не курю. Я бросил. Я бросил пить, я бросил курить, я бросил все. Мы пытаемся вытащить. Что я наделал? Продолжай. По-моему, Ким меня сейчас просто нафиг пошлет. Оно тут даже не прокрутилось. А что если ты сломал радиокомпьютер? Что если он никогда теперь не прекратит читать? Остановись, пожалуйста. На этом все. Так это их и погубило? О, да, это и критическая потеря данных. Что? В производственном журнале подозрительно мало информации о характере потери данных. Об этом упоминается только в самом конце, когда дела становятся темными и запутанными. Похоже, таблицы и числа канули в загадочное ничто. Перед тем, как игаунианский инвестор дернул рубильник. Понятно только, что в один прекрасный день на восточно-австралийской стороне Линтела возникла неопознанная цифровая аномалия. Как раз во время расчетов проекта «Покинутый мир» Вирала. И из-за этой аномалии все данные улетели в трубу. Когда проект вернулся после расчета, он был абсолютно пустым. Разработчики потратили несколько недель на созвоны с Линтелом. И Линтел это типа Intel, ну понятно, поставщиком услуг. Однако, несмотря на всю эту продвинутую диагностику, тем так и не удалось найти удовлетворительное объяснение произошедшего и оплатить ущерб. То есть не потеряли всю игру из-за ущерба, и за ущерб никто не оплатил? Всегда читайте условия обслуживания. Ну и давайте смотреть правде в глаза. У них все равно не было денег на судебное разбирательство. У них не было резервной копии? Похоже, что загадочным образом внешняя копия оказалась внутри, когда произошла катастрофическая потеря данных. Ведущий программист нес ответственность за руководство еженедельным техническим обслуживанием внешней копии и за то, чтобы она осталась внешней. Объяснительная записка ведущего программиста прилагается. И что мне говорится? С. Луканен Кильде, ведущий программист Fortress Accident. Внешняя копия была внутри, потому что никакого внешнего мира больше не существовало, по крайней мере для меня, после 8 месяцев переработок. У меня больше не было дома, так что я начал хранить внешнюю память в подвале в холодильнике в виде медведя, пока сама спала рядом. Это девушка? Луканен Кильде. Окей, хорошо. Это было совершенно безопасно, оптимальные температуры и условия. Звучит не очень убедительно, да? Ее бывшие коллеги согласились бы с тобой. На самом деле она права. Нет ничего ужаснее в том, чтобы хранить узловой блок памяти в холодильнике. Есть еще что-нибудь от ведущего программиста? Производственный график заканчивается каким-то разбросанными заметками, которые, похоже, были добавлены позже. Это мы сейчас в холодильнике сможем найти там... О, возможно, да. Прочитать заметки в конце. 4 месяца спустя автор неизвестен. Кроме меня больше никто не остался. Здесь становится довольно сыро. Несколько других предприятий тоже ушли на дно. Слипстрим переключился на производство лыж, а парикмахер просто съехал, проклиная Мартинез. Хотя они правы, с этим местом явно что-то не так, с Мартинезом. Да и вообще. От Линтела до сих пор нет ни ответа по поводу произошедшего. Единственное, что мне удалось получить, это физические координаты, возникшие в тот день, ошибки в восточно-австралийском филиале. Поскольку расчет вели в прямом эфире, я полагаю, ошибка должна совпадать с конкретным существующим местом, что логично. Сравнение координат с карты западного Ривашеля показало, что это место похоже всего в 800 метрах отсюда. Адрес Сан-Брюн 147. Это церковь, скорее всего. Я отправляюсь туда, чтобы взглянуть этой ошибке в лицо. Сан-Брюн. Это ведь было написано на указателе церкви. Оторвать и выбросить.
Плиточки куба все еще горят, отбрасывая мягкий свет на каркас. На клавиатуре светится зеленый. Так, все, уходим. Теперь мы поняли, что с ними произошло. С игрой и с разработчиками. Так что, по-вашему, тут делают компьютеры, доска и камни? Это же очевидно, все это, что осталось от Fortress Acting Studio Sony, которая делала радиоигру. Ты просто изгнать проклятие, похоже, секретную операцию. Почему я не могу прокрутить дальше? Но это вот это. Да, это я понял, лейтенант переступает с ноги на ногу. Я имел в виду, что они пытались добиться этой чертовой игрой. Какие цели перед собой ставили? Эти технологии выглядят достаточно продвинутыми. Это намного больше, чем может вместить твой крошечный мозг полицейского. Спасибо, концептуализация. Не знаю, я не особо творческий человек. Ладно, лично я думаю, лейтенант ступает на шаг, сложив пальцы домиком. Словно вот-вот выдвинет какую-нибудь остроумную теорию. Затейливую, как шкатулка с секретом. Похоже на одну из настольных ролевых игр. Вот только эти люди пытались ее автоматизировать, чтобы работала на радиокомпьютерах. Ну да, так и есть. Но как они собирались это сделать? С помощью станции приема. Он кивком указывает на камни. Игра не требовала физического присутствия игроков. При наличии радиостанции, принимающей и отправляющей сигналы, можно было играть из любой точки мира. Это типа интернет. А еще у них была частота мастера игры, чтобы прослушать сигналы, поступающие с более мелких станций приема. Полагаю, он должен был руководить сюжетом, быть своего рода ведущим. На какое-то мгновение его восхищение затмевает собой все остальные мысли и задачи. Он немного уступает этой одержимости. Для того, чтобы руководить таким-то количеством игр, потребовалась бы целая армия персонала. Возможно, сотрудников пришлось бы разбить по более мелким диапазонам частот. До них кто-нибудь уже делал такое? Насколько мне известно, нет. Автоматизированные игры делают в Граде, Мессине, Кёнигштайне. Ну, знаете, там, где развитые технологии. Уж точно не среди руин западного Ривашоля. Однако не думаю, что хоть кто-нибудь раньше пытался создать... Интеризоларную игру. Такой технологии пока просто нет. То есть это была ролевая игра? Она самая. Все эти вельфы явно тому доказательство. Он показывает на доску. Ролевики любят такие штуки. Этот мир очень похож на настольную игру Верал, в котором произошла, произошла тепловая смерть. Просто мега круто. Ребятам нужно немедленно выдать миллион реалов. Эта игра слишком прекрасна, чтобы оставаться незаконченной. Ого. Им вообще 4 миллиона нужно было. Да уж, амбициозно. И невероятно оторвано от реальности. Однако, лейтенант задумчиво отклоняет голову на бок. Безумно было полагать, что ему удастся повернуть. Это было слишком... Это была лишь уловка, чтобы выудить из... Нет, я не думаю. Проклятие добралось? Нет. Мир холоден и полон одиночества. Игра могла бы составить неплохую компанию. Давайте ее Что, блин? Нет! У нас... Погодите! У нас есть миллиардер! И у нас есть... давайте... Да, как здорово, что я открыл контейнер раньше! Это же идея для бизнеса! Тут просто не хватает 4 миллионов и нанятых людей. Давайте дадим им денег, чтобы они могли закончить игру и сделать ее еще масштабнее. Мир холоден, полуодиночество, игра... Давайте вот так вот. Легкая улыбка появляется на его лице. Боюсь, слишком поздно, произносит он, оглядывая заброшенное помещение. Трубы жутко завывают, по полу пробегает крыса. Добавляет он заключение... Ладно, добавляет заключение, идемте. Погодите! Стой! Нет! Та-та-та-та! Погоди! Это идея для бизнеса. У нас же есть чувак с безграничным запасом денег. Мы можем предложить ему доделать игру, финансировать эту игру. Это будет что-то революционное. Так, хорошо. Вон там можно поговорить с духом. Мне больше интересен холодильник. Во-первых, этот холодильник. Да, мы с него уже все сделали. Труп мы с него забрали. Он, кстати, я его выключил. И второй холодильник мы тоже выключили. Тут больше ничего нету.
Кто-то оставил здесь винтовку. Что это значит? Так, это раз не... А, минуточку, тебя же здесь не было, когда я нашел, да? Ты ушел с трупом. Осмотреть потайную эту. Похоже на старый бункер времен революции. Взгляните только на эти винтовки. Он указывает наверх, где под потолком уложены винтовки. Должен быть здесь старый тайник с оружием. Кто здесь оставил винтовку? Что это значит? Это значит, что в Мартинезе все еще можно найти тайники с оружием, пусть не рабочие. По-моему, тебя со мной не было, да, когда я это все находил? Хорошо. Вот этот холодильник, он должен был разморозиться. Попробовать открыть крышку. Ты просовываешь палец под замерзшую крышку, однако лед слишком холодный и не дает хорошенько ухватиться. Здесь пригодилась бы монтировка. Нет, это будет недостаточно, если нужна какая-нибудь супермонтировка. Может даже не пытаться открыть крышку обычным инструментом, пустая трата времени. Я же тебя отключил! Подключить черный кабель, подключить толстый красный кабель. Я же отключил холодильники, вы чё, ребят? Я думал, он разморозится к этому времени. Хорошо, давайте тогда поболтаем с ведьмой, так называемой. Так, грубая сила. Пнул котел, плюс. Ким, что это, котел отопления? Похоже на то, кажется, это старый котел центрального отопления, который использовали для обогрева здания. Он подключен к дымоходу. Он открывает дверь, осторожно заглядывает внутрь. Может, у нас шансы добавятся, сейчас посмотрим. 42. Ну, поехали. Неудача. Продолжить. Продолжить. Погоди. Уйти. Я хочу загрузиться. 42 это хороший процент. Тут можно добиться выигрыша. Это не 3% и не 16. Поэтому я хочу немножечко попробовать покричать. Так. А, ладно, погодите. 4 загрузки понадобилось. Сработал триггер на 42%. Так, средние. Ладно. Какая-то часть тебя рвется наружу. Могучий рев оглашает эхом глубины дымохода. Щебетание голоса наверху внезапно обрывается, а затем... Кто это? Отчаянный женский голос. Это полиция. Кто там? Вызываю к тебе призрак проклятой торговой зоны. Ответь мне. Эй, вы там, поговорите со мной. Эй, вы что-то сказали? Голос умолкает. Я вас не слышу. Пожалуйста, поднимитесь наверх. На втором этаже есть защитный экран. Я открою его. На втором этаже. Ты слышишь низкий гул звука наверху, отодвигающий защитного экрана. Лейтенант кивает, затем показывает наверх. После вас, офицер. И что, отопительный котел? Заглянуть. Что вы делаете, спрашивает лейтенант, когда видит, что вы не что вы уже наполовину забрались в котел? Я слышу убийцу повешенного. Ким, я не уверен, но кажется, я слышу, как наверху кто-то разговаривает. Что, серьезно? Он смотрит потолок. Может, эти звуки издают из защитного экрана, что мы видели наверху? Где мы видели наверху защитный... Погодите, я что-то туплю или что происходит? Вот здесь. Это куда я выйду? Сейчас, минутку. Где я видел защитный экран? F5, кстати. Минутку, я что-то не могу никак вспомнить, где это наверху защитный экран. Ну то, что там женщина наверху, я знаю, мы с ней связывались по домофону, ну, грубо говоря, домофону. А... Пойдемте. Какой защитный экран на втором этаже? Как там вообще на второй этаж-то пройти? Я чего-то пока что не улавливаю. А, вот этот, что ли? Да, точно, это здесь. Так, пока что фонарик уберем.
Супер. В лотке полно игральных костей разбросанных разнообразных форм и цветов. Их тут сотни. Автомат с конфетами переделали под хранение 1000 кубиков. Рещица игральных костей. Здравствуйте, я Ния. Похожа на птичку женщина, выседает на троне из инструментов, сквозь ее волосы пробирается изумрудный свет. Вы стучали мне в окно? Я, видимо, не обратила внимания. Слушала свои мелье. Она постукивает по наушникам. А, понятно. Так что, какая игральная кость вам нужна? Ее окна выходят как раз на задний двор. Нужно расспросить ее о линчевании. Кстати, да. Что вы имеете в виду, когда говорите мелье? Ах, да, мелье. Это как станция приема звонков. Для того, чтобы получить доступ, нужна радиостанция. Вот зачем они мне. Она поглаживает наушники, лежащие на столе. По большей части, они учат вас ругаться на разных языках, но некоторые станции могут быть довольно интересными. Я так увлекалась, что, должно быть, не слышала, как вы постучали. Вы, наверное, меня с кем-то перепутали. Я не стучал в окно. Тогда как же вы сюда вошли? Через южный вход? Она моргает. А знаете, это и не важно. Важно, что вы наконец здесь. Давайте поговорим об игральных костях. Вам нужна какая-то конкретная? Почему вы спрашиваете меня об игральных костях? Я речица игральных костей, отвечает она. Скажите, в какую ролевую игру вы играете, я сделаю для вас нужную кость. Ведь пришли за этим, да? Ролевые игры? Ты знаешь одну? То, что создали Fortress Accident, это считается? Конечно, я люблю ролевые игры, мне нужны игральные кости. Возможно, честно говоря, я не очень уверен, зачем пришел. Нет, мне нужно кое-что другое. Ты загадочно прищурится. Ответы. О, прямо сейчас интересуют игральные кости. И мне нужны. Давай, хорошо. Замечательно, произносит она. Стандартная цена 10 реалов за набор. Если вам, конечно, не нужно что-нибудь очень уж специфическое. Смотрите, может вам приглянется какой-нибудь конкретный камень. Стены комнаты сплошь покрыты полками с драгоценными камнями и минералами. Создается ощущение, что камни и игральные кости — это неотъемлемая часть помещения, которая сталагмитами провисает из потолка. Так, что у нас по уровню? Идем потихонечку, хорошо. Здесь фальши нет, рещицы ничего не скрывают. Спросите у нее, что хотите. Давайте спрашивать все. Как вы стали рещицей? Как я и стал, это было маркетинговое решение. Сначала работал обычным ювелиром, но это очень широкое поле деятельности. Слишком высокая конкуренция, хватит заикаться. Мои друзья увлекаются ролевыми играми. Они попросили меня сделать несколько многогранных костей из кобальта. Это был мой первый заказ, с которого все и началось. А сами любите ролевые игры? Не особо. Я люблю работу с редкими материалами и стабильную оплату. А в качестве клиентов ролевики милейшие люди. Некоторые из этих милейших людей тратят очень много денег на необычные заказы. Хорошо, хотел бы заказать. Что вам известно о человеке, над которым... Да, конечно, кивает она. Это ее работа. Расскажите, какую именно кость вы хотите. Вы знаете игру «Покинутый мир Вирала»? Я бы хотел игральную кость для нее. Проклятые, расскажите мне о своей самой необычной игральной кости, которая у вас есть. Извините, на самом деле. А вы как думаете, какая... Подойдет мне лично. На самом деле мне нужно подумать. О самой необычной. О звезде, упавшей с небосвода. Вы уверены, что... Вы уверены? Такие стоят больше 7 реалов. Пожалуй, этого не стоит. Погодите. Вот это хочу. Ах, да, Fortress Accident, там покачали головы. Очень жаль, что они так и не доделали игру. Игральная кость для покинутого мира Вирала — это стандартная игральная кость, на которой вместо растительных мотивов присутствует лед и смерть. И потеря, конечно. Лед, смерть, потеря. Очень на тебя похоже. К сожалению, да.
Думаю, подойдет что-нибудь типа челюсти аллигатора, покрытой черной смолой кость этой рептилии, белая, как лед и мертвая, как, ну, смерть. Она улыбается. 7 реалов. Через 8 часов ваша игральная кость будет готова. Зачем покрывать смолой? Кость сама по себе простая и хрупкая. Очень, однако покройте ее чем-нибудь вроде смолы, и вуаля, она идеальна. Годится. Ха. Погодите. Зайдите крещиться костей за заказом. Ну, вечером, я так понимаю. Хорошо. Отлично, тогда увидимся через 8 часов. Она берет со стола небольшой блокнот и что-то записывает. Я могу еще что-нибудь сделать? Что вам известно о человеке? На самом деле, ничего, я не знала. Лейтенант бросает взгляд на свой блокнот, а затем поворачивается к женщине, сидящей под большим окном. Ваше окно выходит прямо во двор. Так вы говорите, что вы не слышали, не видели ничего необычного вечером прошлого воскресенья? Простите, детектив, но как вы могли заметить, я обычно работаю в наушниках, поэтому я не слышу большую часть той обычной суеты, что происходит за окном. Что вы называете суетой? Ну, во дворе танцев постоянно что-то происходит. Она умолкает, пытаясь подобрать пример. Днем там обычно эти дети, а в последнее время там было много пьяных рабочих. Должно быть из-за забастовки. Мессир, она слыхала про убийство, но не видела его. Она смотрит в окно, сквозь которое пробивается серый свет. Но, боюсь, я никого не видела в тот роковой воскресный вечер. Даже ни разу не оторвались от работы, чтобы посмотреть в окно. Возможно, оторвалась, признает она. Но в таком случае единственное, что я могла увидеть, стало бы мое отражение, глядящее из темноты. Здесь горит свет, но во дворе ночью темно. Да, логично, что ты бы не увидела ничего. Когда за окном темно, очень сложно увидеть что-нибудь во дворе. Кроме того, когда я сосредоточен на работе, я редко встаю, чтобы посмотреть в окно. Вы часто работаете вечером в воскресенье? Резчик игральных костей — довольно странная профессия, но мне нравится этим заниматься. И это точно лучше, чем сидеть дома. Понятно, спасибо. Она кивает. Ладно, а где вообще находимся? Что это за место? Осмотреть помещение. Мы находимся в дымоходе старого котла центрального отопления. Да, я знаю, звучит странно. Она скользит взглядом по красным кирпичам стен. Даже после того, как стены покрасили, на них тут-то там все еще видны следы черной сажи. Когда я пришла сюда, все прочие помещения были уже заняты, так что пришлось обустроить себе берлогу прямо здесь. Кроме того, мне не приходится даже платить за аренду. А это большой плюс. Выглядит неплохо. Лейтенант смотрит просторное помещение, высокий потолок которого теряется в сумраке. Когда она здесь обосновалась, все остальные помещения были заняты. Значит, она должна знать про другие предприятия. Слышали что-нибудь? Слышали ты место проклятого? Знаешь, что его называют проклятой торговой зоной? Да, я слышал эти истории. Она кивает, ветер завывает в шахте дымоходы над головой. Ну, по-моему, это выдумки. Подождите, а как вы сами объяснили, что случилось со всеми этими компаниями? Они обанкротились! И по просьбе Плизанции она убеждена, что это место пронизано негативной энергией. Плизанция из книжного магазина, она удивленно поднимает бровь. Я слышала, что дела у нее идут довольно хорошо. Неужели эта энергия обошла ее стороной? Мудрая женщина. Вообще-то дела у книжного магазина идут не так уж хорошо, покупателей почти нет, и ей приходится эксплуатировать собственную дочь, чтобы предприятие осталось на плаву. Выжидает, чтобы... Да-да-да, не знаю, почему книжный магазин все еще не открылся, здесь для того, чтобы это выяснить. Вот так вот. Хорошо. Но выжил ведь не только книжный. Что насчет танцев в тряпье? Говорят, они тоже часть этого комплекса? Да, но это отдельное здание. Дело танцев тоже не слишком хорошо. Официантка только что уволилась, и у клиентов проблемы с оплатой счетов. У клиентов. У тебя, например. Вы правы, по танцам не скажешь, что они прокляты. Ну и есть еще я. Она вздыхает, оглядывая беспорядок в рабочем столе. Здесь разбросаны самые разнообразные инструменты, от ножей до кусачек и стамеск. Я здесь уже 14 лет, продаю особые игральные кости любителям ролевых игр. Не сказать, что мое дело приносит миллионы реалов, однако, несмотря на все эти разговоры о негативной энергии, предприятие все еще на плаву. Странно, да? Нет, не странно. Ты хорошо работаешь, хорошо зарабатываешь. Быть может, дело лишь в таланте, что от проклятия ее спасает?
считаю, что это потому, что вы источник энергии. Все потому, что вы компетентны и целиком посвятили себя своему делу. Проклятие не касается таких, как вы. Проклятие доберется до вас. Должен признать, в этом так называемом проклятии действительно очень много исключений. Вот так вот. Я как раз хотела спросить, она наклоняется в своем кресле, чтобы заглянуть тебе в лицо. А вы сами что думаете? Вы думаете, что проклятие действительно существует? Нет, конечно! Я все еще думаю, что именно вы можете так. Я начинаю понимать, что никакого проклятия не существует, лишь коммерческие решения, естественные колебания рынка. Вот так вот. Именно. Она массирует переносицу. Истина всегда такая скучная и приземленная, что даже обидно. Но я рада, что мы с вами разобрались. Могу вам чем-нибудь еще помочь? Вы знаете, что случилось с остальными арендаторами? Сейчас здесь больше никого нет. Более или менее, она поправляет желтый платок на голове. Вас интересует кто-то конкретный? Ой, да на самом деле много кого. Крысы шебрушат в темных комнатах все под подкинутыми сушилками для волос и пыльными манекенами. Паутина покрывает лопасти винтов и радиокомпьютеров. Кругом сложный упадок. Ребят, давайте тогда на этом пока что закончим. Начнем со следующей серии, с этого же момента. Я думаю, что я запишу сейчас подряд. Просто по хронометражу. Я вижу, мы не укладываемся, а я хочу знать все это. Поэтому увидимся с вами в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.